Отже, вашій увазі. Перше повноцінне виконання в якості повноцінного оперного дійства. Дмитро Шостакович, антиформалістичний райок. Yeah.
Oh!
Хто захоче танцювати під таку лезгінку? Разве що ви, товариш Дан. Я не вмію танцювати, товариш Сталін. Да що ви все? Не вмію, не розбираюсь. Советский человек должен все уметь и во всем разбираться. Виноват, товарищ Сталин. Мы примем меры. Меры? Что снова хохлы виноваты? Товарищ Сталин, их нужно всех, как чеченов, в Сибирь. Вагонов не хватит.
созвать совещание деятелей советской музыки по следующему поводу. Вы, наверное, помните известную статью в газете «Правда. Сумбур вместо музыки». Статья эта выражала мнение ЦК об опере Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Я напомню некоторые места из этой статьи. Цитирую. Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный сумбурный поток звука. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются снова, исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой музыкой невозможно. Запомнить ее тоже невозможно. Исходя из этого, товарищ Шостакович словно нарочито зашифровал свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов. Опасность такого направления в нашей музыке ясна. Уродство в музыке растет из того же источника, что и уродство в живописи, литературе, поэзии и театральном деле. Все эти Шостаковичи, Мейерхольды, Малевичи, Зощенки, по сути своей, мелкобуржуазные новаторы. И своим так называемым творчеством они призывают советского человека к отрыву от подлинного искусства, от подлинной литературы, от подлинного театра. Я считаю, что давным-давно стоило поставить вопрос о партийности в музыке. Вот меня здесь спросили, что после нашей критики эти уродливые направления в музыке изменились или нет? Я могу заявить совершенно определенно. Они не изменились, они усугубились. Сейчас ясно, что осужденное партией направление в музыке живет, и не только живет, но и задает тон. Мимо этого пройти нельзя, товарищ. И мы должны со всей строгостью и принципиальностью осудить создавшееся положение в музыке. Thank you.
музыке мы ведем эту тему, то есть эти самые выступления. Правильно, принято. Спасибо, спасибо за историю.
Товарищи!
Бога пусть должно быть как пластиком. Да. Чайковский, крымский казак, вы музыкальны, изящны стройны. Глинка Чайковский, крымский казак, вы мелодичны, красивы, сочны. Глинка Чайковский, крымский казак, вы занимаете детский казак. Самый добрый, Очень сложный организм. Thank you.
Управління культури Львівської міської ради вітає театр імені Лесі Українки з прем'єрою.